Я рада приветствовать всех на своем канале, любимых подписчиков и гостей. Если вы находитесь на моем канале впервые, советую подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Вступайте в группу в Одноклассниках и ВКонтакте. Ссылочка находится под видео. Сегодня мы будем рассматривать узор для жилетки. Схемы нет. Я вязала по губам, по рукам. Вот, и как вязать ее? Узор легкий, ничего в нем сложного нет, но очень красивая жилетка. Светлые тона и вот такая вот розовая, очень красиво смотрится. И главное, что очень легко. Итак, мы начинаем. Раппорт узора. 12 петель на 3 ряда. Для примера нам надо набрать 36 воздушных петель. Держим петельку и набираем 3 воздушные петли подъема. И 3 воздушные петли по рисунку. Пропускаем от той петли, которую держали 3 петли, заходим в четвертую и вывязываем столбик с накидом. 1. У нас получился квадрат. 3 воздушные петли. Пропускаем 3 петли внизу, заходим в четвертую и вывязываем столбик с накидом. 3 воздушные петли. Пропускаем 3 петли внизу, заходим в четвертую и вывязываем столбик с накидом. 3 воздушные петли. Пропускаем 3 петли внизу, заходим в четвертую и вывязываем столбик с накидом. 3 воздушные петли. Пропускаем 3 петли внизу, заходим в четвертую. Столбик с накидом. 3 воздушные петли. Пропускаем 3 петли внизу. Заходим в четвертую. Столбик с накидом. 3 воздушные петли. Пропускаем 3 петли внизу. Заходим в четвертую. Столбик с накидом. 3 воздушные петли. Пропускаем 3 петли внизу. Заходим в четвертую. Столбик с накидом. 3 петли воздушные. Пропускаем 3 петли внизу, заходим в последнюю и вывязываем столбик с накидом. Первый ряд связан. 2 воздушные петли подъема. Переворачиваем работу. И теперь заходим под арочку и вывязываем 3 полустолбика. В одну арочку. Заходим в следующую арочку и вывязываем 3 полустолбика. 1, 2, 3. Вот так получается. Теперь набираем 15 воздушных петель. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Поворачиваем работу. Теперь у нас все, что мы связали, находится в левой стороне. Не в правой, как мы провязывали, а переворачиваем. Заходим во вторую петлю подъема и вывязываем столбик без накида. У нас получается вот такой элемент. Поворачиваем работу налево. И провязываем в арочку 18 полустолбиков. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18. Есть. Это и есть у нас элемент. Теперь заходим, получается у нас он третий столбик, в макушку и вывязываем столбик без накида. Прицепили мы эту арочку, чтобы она у нас не бегала. Дальше. Не торопитесь, смотрите внимательно. Мы вяжем 3 полустолбика в первую арочку. Связали. Заходим в следующую арочку. 3 полустолбика. 2, 3. Заходим в следующую арочку. 3 полустолбика. 15 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Поворачиваем работу налево. Вот теперь у нас эта арочка обвязана, она с левой стороны. И заходим один элемент, одну арочку мы пропускаем. Заходим с правой стороны, она вторая. В макушку и вывязываем столбик без накида. Прицепили мы эту арочку. Вот смотрите, как получилось. По рисунку у нас всегда вот здесь будет такой ряд. Одна арочка у нас будет посередине. Теперь переворачиваем работу и провязываем в эту арочку 18 столбиков без накида. 18 полустолбиков. 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Двигаем, если не помещается. 16, 17, 18. В конце ряда, мы помним, нам надо зайти в макушку следующего столбика и провязать столбик без накида. Мы связали вторую арочку. Далее мы заходим в арочку и вывязываем 3 полустолбика. Вторую арочку зашли, вывязываем 3 полустолбика. Заходим в следующую арочку и вывязываем 3 полустолбика. Набираем 15 воздушных петель. 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Поворачиваем работу. Оставляем 2 арочки. Заходим между второй и третьей. И вывязываем столбик без накида. Поворачиваем работу. И вывязываем в эту арочку 18 полустолбиков. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Мы помним, что в конце ряда надо зайти в столбик предыдущего ряда и связать столбик без накида. Второй ряд связан. Так. Теперь смотрите, у нас здесь по 17 столбиков, полустолбиков. Нам, переворачиваем работу, надо соединительной переходной петлей 1, 2, 3, по краю прям 4, 5, 6, 7. Перейти к макушке этого элемента. Набираем 6 воздушных петель. 3, 4, 5, 6. Пропускаем 3 петли. Вот они. Заходим в четвертую и вывязываем столбик с накидом. Итак, 3 воздушные петли. Пропускаем 3 петли, заходим в четвертую и вывязываем столбик с накидом. Мы связали то же самое, что здесь, что здесь. 3 воздушные петли. Теперь переходим к следующему элементу. И вывязываем на таком же расстоянии столбик с накидом. 3 воздушные петли. Заходим, пропускаем 3 петли. Заходим в середину элемента, вывязываем столбик с накидом. 3 воздушные петли. Пропускаем 3 петли, заходим в четвертую и вывязываем столбик с накидом. Второй элемент обвязали. 3 воздушные петли. Заходим в следующий элемент и вывязываем столбик с накидом. 3 воздушные петли. Заходим, 3 петли пропустили, заходим в четвертую, 3 воздушные петли, 3 петли пропустили, заходим в четвертую и вывязываем столбик с накидом. Третий ряд связали. Одна воздушная. Поворачиваем работу. Заходим в арочку и вывязываем 3 полустолбика. Заходим в следующую арочку и вывязываем 3 полустолбика. 15 воздушных петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Поворачиваем работу. Заходим в первую петлю, вот где у нас одна петля была подъема. И вывязываем столбик без накида. Поворачиваем работу и обвязываем этот столб, эту арочку 18 полустолбиками. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18. И мы помним, что вот следующий столбик нам надо провязать столбик без накида. Элемент связали. Итак, заходим в следующую арочку, которая у нас была между элементами, и вывязываем 3 полустолбика. 2, 3. Заходим в следующую арочку, вывязываем 3 полустолбика. В третью арочку заходим 3 полустолбика. 15 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Поворачиваем работу, возвращаемся назад. Две арочки пропустили, вот сюда между второй и третьей. Вывязываем столбик без накида, поворачиваем работу и вывязываем 18 полустолбиков. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18. Помним, да, что сюда заходим в столбик, в третий предыдущего ряда, и вывязываем столбик без накида. Второй элемент связали. Далее заходим в арочку и вывязываем 3 полустолбика. 1, 2, 3. Заходим в следующую арочку. 3 полустолбика. Заходим в следующую арочку. 3 полустолбика. 2. И смотрите, тут нам обязательно надо в третью петлю подъема. В конце всегда 2 столбика в арочку. И третья обязательно в третью петлю подъема для выравнивания края. То у нас будет край косой. 3 воздушные петли. 1, 2, 3, 15, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Поворачиваем работу. Заходим над третьим столбиком предыдущего ряда и вывязываем столбик без накида. Поворачиваем работу и вывязываем 18 полустолбиков. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Здесь у нас нет столбика, мы заходим сюда в первый столбик и вывязываем 1 столбик без накида. Элемент связан. Мы помним, да, переворачиваем работу, и у нас сейчас 7 соединительных переходных петелек. 2, 3,
четыре, пять, шесть, семь. Набираем 6 воздушных петель. 3, 4, 5, 6. 3 петли пропустили. Заходим в четвертую, прям в макушку получается на этого элемента, и вывязываем столбик с накидом. 3 воздушные петли, пропускаем 3 петли внизу, заходим в четвертую и вывязываем столбик с накидом. 3 воздушные петли между элементами. Примерное расстояние смотрим, чтобы было одинаково, да, но так получается. 7 петля, столбик с накидом, 3 воздушные петли, 3 петли пропустили, заходим в четвертую, столбик с накидом, 3 воздушные петли, 3 петли пропустили, заходим в четвертую, столбик с накидом, 3 воздушные петли между элементами. Далее мы опять вот так подставляем, ну, примерно, хотите считайте, 7 петля. Столбик с накидом, 3 воздушные петли, пропускаем 3 петли, 1, 2, 3, заходим в четвертую, вывязываем столбик с накидом, 3 воздушные петли, 3 петли пропустили, 1, 2, 3, заходим в четвертую, столбик с накидом. Вот так. Одна воздушная. Давайте 2 сделаем. Поворачиваем работу, заходим в арочку. 3 полустолбика. Следующую арочку 3 полустолбика. Пятнадцать воздушных петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Поворачиваем работу. Заходим в 2 петли подъема вот сюда. Вяжем столбик без накида. Поворачиваем работу. 1 воздушная и 18 полустолбиков. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18. И заходим в последний столбик и вывязываем столбик без накида. Элемент связали. Заходим в арочку и вывязываем 3 полустолбика. 1, 2, 3. Заходим в следующую арочку 3 полустолбика. 1, 2, 3. И следующую арочку. 1, 2, 3. 15 воздушных петель. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Поворачиваем работу. Заходим. 2 пропускаем арочки. Заходим между 2 и 3. И вывязываем столбик без накида. 1 воздушная. Поворачиваем работу. И обвязываем арочку 18 полустолбиков. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18. Заходим в столбик в третий, вывязываем столбик без накида. Заходим в подарочку, вывязываем 3 полустолбика, 2, 3. Заходим в следующую арочку, 3 полустолбика, 1, 2, 3. Заходим в следующую арочку, 2 полустолбика, помним, да? И в конце ряда у нас третью петлю подъема вывязываем полустолбик для выравнивания края. 15 воздушных петель, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Поворачиваем работу, заходим в место между вторым и третьим элементом, вывязываем столбик без накида, 1 воздушная. Поворачиваем работу. 18 полустолбиков в арочку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Заходим третью петлю подъема, вывязываем столбик без накида. Мы связали. Очень красивый узор. Мне очень нравится. Жилетка, конечно, очень красивая получается. Теперь что хочу сказать. Передние половинки по 7 штук, а задние 13 штук должны быть. Теперь, когда вы будете делать горловину, это у вас будет горловина. Далее, значит, длина этой жилетки 11 штук. Таких вот рядов 11. Плечо у нас надо оставлять 3 арочки. И пройма получается 2. После проймы вы вяжете еще 2 таких ряда. 2 таких ряда. И начинается воротник. Обвязать ее жилетку надо будет рачий шаг. И все. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Ставьте лайки, делитесь с друзьями. В группах и соцсетях. Вступайте в мои группы в Одноклассниках и ВКонтакте. Ссылочки находятся под видео. Пока-пока!